Приветствую, дорогой товарищ на роли Game Online. Это Росси, и я предлагаю тебе подписаться на мой новый телеграм-канал, в котором будут освещаться новости по киноиндустрии и по видеоиграм. Добро пожаловать в семью и приятного просмотра. Приветствую вас, ребята, на канале роли Game Online. С вами Росси, и сегодня мы начнем играть с вами в Сталкера, Тень Чернобыля. Ребят, я, наверное, тот единственный из немногих людей, которые никогда Сталкер не проходили полностью. И, в принципе, играл я на том уровне, что вот чуть-чуть совсем там побегал. И это было очень-очень-очень давно, наверное, когда он еще только вышел, когда у меня был компьютер деревянный, не такой, как и сейчас, а вот очень деревянный. И сегодня мы с вами начнем в него играть. Прежде всего, это, наверное, видео для фанатов Сталкера, фанатов Чернобыля. И если вы уже проходили эту игру или проходите в данный момент и знаете намного больше, чем я, то есть, а я ничего не знаю, то милости прошу в комментарии, давайте свои советы, нравоучения, не знаю, там, оскорбляйте, к примеру, потому что там типа нуб, фу, там и так далее. Ну, то есть, я буду рад всему, давайте с вами вместе проходить эту игру, скажем так. Ну, а сейчас новая игра. Я, опять же, повторюсь, никогда в нее не играл толком. И постараемся проходить все сталкеры подряд. Начинаем с самого первого. И давайте не самую новичок, возьмем просто сталкер. Ну и начинаем. Поехали. Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе...
Короче, Меченый, вот такая вот заставочка. Я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Ну, привет. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Ну, конечно, давайте как с новичком, потому что я реально новичок. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут, как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни, каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на мини-карте на себя. Дальше. Второй раздел ПДА – это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Что еще? В ПДА есть раздел «Контакты». В контактах список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Плюс их короткое описание, ранг, группировка и их вероятное отношение к тебе. Запомни, пока ты нейтрал, и только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Если поможешь кому, то обрати внимание, как изменится его отношение к тебе. Будь осторожен, если рядом враги. На мини-карте они отмечаются красным, друзья отмечены зеленым, нейтралы – желтым. Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечивается серым. В мародерстве помогает. Что еще? Ах да, есть дневник. Ну, тут и говорить нечего. Там записывается вся информация, которая тебе нужна. Плюс новости. Даже то, что я тебе сейчас втолковываю, ты там найдешь. Потом, в разделе ПДА под названием «Рейтинг». Увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Я периодически обновляю эту информацию для поддержания соревновательного духа. Глядишь, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры. Кто знает, твои собственные успехи заносятся в раздел «Статистика». Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия. В нее заносится информация о зоне и советы по выживанию, которые ты найдешь или получишь от сталкеров. В принципе, все. А, еще. В твоей модели ПДА встроен сканирующий приемник широкого диапазона. Отличная штука. Даже переговоры вояк местных ловит. Правда, радиус действия не очень, метров 500. Вот моя рация тянет на 30 километров, так что я тебя всегда найду. Будешь получать от меня задания и новости свежие. А на первых порах помогу советом. Ну, что? Все ясно? Не, ну так, в принципе-то ясно. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию. У живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Так, значит, забрать информацию у разведчика. Итак. Тут, у нас это инвентарь. Ага, это конкретное задание. Что, пойдем? Пойдем окунемся в мир зоны. Пинок. Нахуя у меня что-то у него смотреть. Прыжки могут
А помогут вам добраться на невысокие... ну, понятно. Это могли бы и не этот. Вы тоже присесть в Ctrl. Ага, еще ниже Ctrl Shift, ясно. В некоторых случаях ускорение может спасти вам жизнь. Прожмите на 5B. Понятненько. Понятно. Ну, это все ясно, это такие азы, как бы. Митя битый. Я тут старший наш хотел увидеть. Но это не значит, что мы тебя здесь рады. Приходи, не задерживайся. Что ты расскажешь интересного? Застрял я тут, застрял, понимаешь? Домой хочу, эти не пускают. Вот и все. Все новости. Народ, правда, который в глубокую зону ходит, который матерый, так он всякое рассказывает. Ну и хабар бывает переносит, обзавидуешься. Говорят, там вообще есть места, что твои золотые россыпи бери не хочу. Не всякий, правда, туда дойдет. А еще меньше с прибылью вернуться. Короче, давай, Митя битый. Это чтобы с вами бинокль выбрать его опять на жителя бугон. Не хочу я его выбирать. Подходи, пообщаемся. Ой. Давайте послушаем пока лучше, как на гитаре лобарит. Хватит уже инструмент ломать, если не умеешь. Классно играешь. Надо ж было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. Дали бы мне гитару, тоже бы слабал что-нибудь. Так, ты, наверное, волк, да? Да. Привет, зачем пришел? Мне нужен шустрый. Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группу бандиты напали. И шустрого увели с собой. Он только успел что-то скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что бандюки сейчас в старом АТП, что за дорогой. Своих из плена не вызволяет, не по-дружески как-то. И слабо. Эх, врезать бы тебе, да толку. Не так там все просто. Людей у меня мало, да и те сплошняком новички. Не могу я рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, все нормальным сталкерам худо придется. А ты сам что? Если не трутишь, от помощи не откажусь, не гордый. Так как, поможешь? Предлагаешь одиночку? Да нет. Так ты фиг справишься, разведчики мои, бойцы что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что? Ну давай. Попробуем. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Как-то так. Так. Что мне там дали? Дали мне ПМ. И 40 патронов. Понятно. Хорошо. Тут что? У кого-то тут такая хата нехеровая. Уточки. Ну, сейчас я выдам. Давай, выдавай, мы пока тут полазим, посмотрим, что тут есть. Есть тут вообще что-нибудь? Нифига нема. Ты че, как у него вылезть? А, вот так, я понял вас. Так, ладушки, как мне теперь? Ага, все, разобрался. Так, встретиться с людьми волка, уничтожить бандитов на ТП, взять у шустрого флешку, принести флешку торговцу. Без стрелка. Найти стрелка, убить стрелка. Тут все понятно. Так, ладно. Выполнительная справка. Классный. В энциклопедии. Прыжки. Ну, это то, что у меня уже, в принципе, было, как я понимаю. Данные, не то, ранг, контакты. Журнал, личные заметки. Кто я? Черт, смутно помню, какую-то машину долго везли, и болело все тело, потом темнота, что до этого. А вот что это было, до этого ума не приложу, бред какой-то. Теперь этот толстый мужик называет меня меченым, видимо, из-за странной татуировки на руке. Плюс это непонятное единственное задание убить некого стрелка так, на моем КПК. Махнул, все смеются, ясно? Еще вопрос, мое ли это КПК? Фото стрелка, как не напрягая мозги, не могу вспомнить, не знаю.
я его знаю или нет. Черт, все это напоминает дурной сон. Вот только проснуться не получается. Что делать? Куда идти? Хуже того, кто я? Так, успокойся, держать себя в руках. Первое, видимо, все-таки придется побегать кабанчиком по заданиям этого Сидоровича. Все-таки, говорят, жизнь спас. Да и может все не так плохо. Прогуляюсь, приду в себя, глядишь, мозги и прояснятся. Первое впечатление. Так. Воздухом подышал, зверушек местных увидел. Кстати, их я тоже и смутно, но вроде помню. Местный аттракцион под названием «Аномалии» опробовал. Судя по тому, что выжил, с ними тоже сталкивался. Но вот голова моя вспоминает, что либо упрямо отказывается. Сидорович хитрый жук. Понял, что меня теперь использовать практически даром можно. И этим хочет воспользоваться. Хотя, может, все-таки поможет с поисками этого чертового стрелка. Потому как он единственная нить, связывающая меня с прошлым. Я уже устал читать. В общем, ты кто, бродяга? До встречи, короче. Ну, идем по метке. 200 метров. Погнали. Оружие убрал. Пошел ты. Нож. Буду ходить с пистолетом. Какие-то кабаны или собаки гавкали, что-то ничего не понятно. И че? Судя по всему, тут есть нейтральный и труп. Ну, если верить. Аптечку кто-нибудь! Мужик, помоги! Толик. Помоги, брат! На телах посмотри. За придурок какой-то слушается, жмём? Я не доползу. Отставить. Если на мелочь мы забрасывать. Но пусть живёт. Так, а где? Тут нема ничего. А нет, опа, аптечка. Так, тащить труп, обыскать труп. Ну и чего, я не вижу здесь аптечки. А, вот она. Есть такое дело. Аптечку, кто-нибудь! Помоги! На, держи. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Ой, Толик, давай чеши отсюда, короче. По добру, по здорову. Так, где мой пестик? А. Давайте воспользуемся биноклями и посмотрим, что тут происходит. Ну, очень милая картинка, как бы. Собачка облизывает сталкера. Одна что-то приуныла. Понятно. Че, попробуем сейчас, короче, пострелять трошкой. Как оно вообще у меня это получится? Надо выйти на выступ, чтобы они быстро не подбежали ко мне. Ага. Ага, понятненько все. Понятно, с меня, короче, стрелок галимый. Поэтому. А тут надо делать, как в Counter-Strike учили. Ага. Все, завалил. Ну, знаете, типа как в Counter-Strike. Высадил одну пулю, еще 29 осталось, и уже нужно перезаряжаться. Ну, тихо-тихо. Ну, не плачь. Смотрите, какая живучая. Ее как бы этот. Ее товарищ оказался не таким живучим. В общем, все очень плохо. Так, а то, наверное, аномалия, да? Так, обыскать труп. Ничего нема. Тоже ничего нема. А вот этого, которого любители животных. Есть. Так, у него что тут? Бинт пригодится. И РГД-5 граната. Хорошо. Уже лучше. Нельзя сесть и уехать без вести. Это кто? Да, собака. Какой-то, блин, странный труп. Так, это, судя по всему, энергетик. Что-то пришло? Правка. Артефакт.
Так, кровь камня. Найти этот артефакт можно возле аномалии Карусель. Представляет собой довольно уродливое красное образование из прессованных и причудливо изогнутых полимеризированных остатков растений, почвы и костей. Довольно распространенное и слабо эффективен. Общество. Группировка Долг. Явно военизированная группировка, отличающаяся строгой дисциплиной. Ее члены живут фактически по уставу. Только представители Долга не торгуют уникальными пророждениями зоны с внешним миром. По слухам, все найденные этими людьми артефакты дают ученым. Каждый долговец считает своей главной целью защиту мира от воздействия зоны. Большинство операций группировки связаны с истреблением монстров, поэтому рейды долга нередко избавляют рядовых сталкеров от многих несущих проблем. Давно и яростно враждует группировка Свобода. Понятно. Так вот это ж. Ну это не аномалия, точно, я думаю, да? Это просто труп собаки, который разлагается. Так. Мы уже близко. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Давай, Петруха, бомби. Сколько бандитов в лагере? Человек 7-8. Дело в... А, двое в районе ворот, двое в правом здании у костра, двое в здании слева. Короче, слева, справа, у костра и у ворот. По двору еще временно кто-то шляется. Так вроде все. Ну что, начнем? Помолясь. Начнем. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать. Вперед, пацаны. Главное, блядь, своих не пострелять. Интересно, они сейчас будут пишите потом. Ай, мля, маслину поймал. Если честно, только ради этого как бы играли. Сейчас мы, короче, их будут нафаршируем. Полупокеров. Чё там, братва? Пацаны, я не хочу стрелять. Я наблюдаю. Братва. Нате в борщ! Не знаю, попал я или нет. Так, один готов вроде. Мать вашу! Кушай, скотина! Хорош, что-то с дробаша раздавил так вообще. Просто его губенькой целую. Надо труп обыскать, потом все остальное. Так, свои. Приложил, приложил его! Твой, своему поневоле, брат. Забрать все. Дай ему прикурить, я обойду! Так, подождите, вы там пока бегаете. А, все, я могу выбрать вот так. Все, сейчас заряжу. Дай ему борщ. Главное, чтоб мне сейчас борщ не дали. Это прям с автомата, что ли? А, это у него глушитель. Сейчас я хочу обойти этого сбоку. Добрый вечер. О, чики-брики в танке. Боже, вот ради этого только что убирать. Вот так вот, гранаты забили. Попали, суки. Все, добивать его надо теперь. Где он? Ух ты! Падла, блин, смотри как он, а? Он там, пацаны, я держу его на мушке. Может получится по крыше забраться и с крыши его снять. Сейчас где-то набрез. Вот. Сейчас я ему в спину зайду, по идее. Где он? Ах ты читер маленький. Мамин читер, а? Давай, вылазь. Тут, правда, у меня один выстрел. Или я, или меня. Блять, попал, падла. Да какой нахер бинокль? Бра,
Блин, еле добил. Кошмар. Так, что тут у нас? Забрать. Фабрику зачистили. Дима? Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Эй, есть кто живой? А сейчас, подожди. Или уже можно уходить? Уже можешь уходить. Я тебя спас. Ну, это я понимаю. Сразу спасибо, сели брат. И начали играть. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Так. Есть такое дело. Эти олухи баскет толком не умеют. А ладно, забирай. Ты мне все никак как жизнь спас. Флешка пленного. Все, готово. Что у тебя есть? Надо тебе пестик. ПМ. И это ПМ. Вещи мечного. Не хочешь? Ладно, пошли искать. Что тут еще можно кого полутать? Искать. Ну, ружье мне не надо его. Где-то я этого в кустах завалил. Забрать. Тут такой неплохой парень был, который с пистолетом и с лушаком. Хорошо, что они как бы со мной были, потому что меня бы тут быстренько завалили. Не, ну начнем с того, я так считаю, ребятки, я же двоих-то убил. А может даже и троих. О, граната, которую как раз потратил. Нет, граната мне не нужна. Все, пошли, короче, возвращать флешку Сидоровичу. Как болт бросать? Б, болт. Так. Что-то, может, ожог. Ну это кровь, ой, колбасы можно досавать. О. О. Так, а это что? Нон-стоп, содержит кофеин, таурин и мощный витаминный комплекс, снимающий усталость, управление силой. Если сделать даже шаг, тогда ему то, что нужно. Медуза. Образуется в аномалии трамплин, формирует слабое защитное поле, побочным эффектом которого является легкое излучение. Артефакт широко распространен и недорог. Ну, 1000 рублей. Не дорог, не дорог, а 1000 рублей. Флешка пленного. Угасает кровь. Ну, у меня крови нет. Вроде как кровотечение. Немножко рано, но я думаю, не смертельно и не серьезно. Что там у нас? Обновления какие пришли? Журнал. Личные заметки. Кто я? Найденный КПК. КПК бандита с фабрики. Один братан вчера ушел на разведку на заброшенную мельницу, и о нем до сих пор ничего не слышно. Надо бы сходить узнать, куда он подевался. КПК Толика. Дневник Толика. Торговец послал следить за военными на и Агропром. Туда приплелись. Всех постреляли бандитов и военных. Накрыли что-то интересное. Остальное передаю шифром. Абракадабра и по шифр. Понятно. В общем, Сэдлокс мне не очень. Это будет тяжелое прохождение. Тяжелое и интересное. По крайней мере для меня, потому что никогда я этого не делал. Ребятки, напомню, если вы уже играли, проходили, знаете, подсказывайте, куда лучше там может сходить, какие-то нюансы, которые я могу не знать. Ну, кстати, я, знаете, я в этом, в этой хижине был или нет? Ничего не могу. Что происходит? Это кабан. Где-то собаки воют. Ну, кто еще там? То аномалии взрываются, да? Надеюсь, что кабаны какие-нибудь.
Ладно, пойдем дальше. Пока бежим к Сидоровичу. Ну, такой обрез. Знаете, сразу, как вижу обрез, вспоминаю фильм «Брат». Помните момент, когда он зашел, у деда обрез купил? Дед, неси ружо. Миллион. Категорически здравствуйте. Я свой. Так, сначала пойдем к Сидоровичу, наверное. Че бы и нет, че бы и не взять. Меня вместе с дверью открыло. Что-то прояснилось. Флешка-то становится где? Вот он. Так, полтора куска. Флешка принял. Забрать информацию у разведчика. Выполнить задание. Меч, задание есть? Я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить. Тебе по большому счету нужно искать своего стрелка. Так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронутые. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Ну, это я понял. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад. И через пару километров выйдешь к «Агропрому». И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада. Или водочки. Ну, удачи. Хорошо. Вот тут уже то сюжетка, походу, а это задание побочное. Убить торгового представителя, защитить место от мутантов, найти артефакт Медуза. У меня есть Медуза. Берусь. Я по поводу задания. Все, получил. Так, у тебя есть на артефакт «Каменный цветок», зачистить место от мутантов. В общем, это все ну, понятно. Ну, проветришься, заходи. Да, хочу пойти поговорить с Волком, что он мне скажет после того, как... Кстати, что там у нас? Журнал личной заметки. Чего-чего? Первая дальняя вылазка. Так, отправляюсь в первую дальнюю вылазку по зоне, бывший НИИ «Агропром». Документами военной экспедиции. Вместе с заданием услышал информацию торговца
более похоже на легенду. Местности где-то на севере по пути к центру зоны, где мозги закипают. Принимая тот факт, что с головой у меня явно не все в порядке, надо к этой теме присмотреться и народ проспрашивать. Чем черт не шутит, а может я там тоже бывал. Да еще, торговец дал информацию, что как раз стрелок, а то местность вроде бы научился проходить, и торговцы хотят узнать как. Понятно, найденный КПК, но тут я уже смотрел. Твоя история, все мне неинтересно. Так, пойдем поговорим с волком. Ну, корешочек у нас где-то тут сидит. Да? Это здесь корешок. Вот. Толик, тут тебя старше наш хотели видеть, но это не значит, что мы тебе здесь рады. Так это друг наш. Это же наш кореш. Чё он так с нами грубо разговаривает? Да тихо, тихо. Медузу мне дали. Что интересно, можно сказать? Понятно, что по работе уничтожил двух кабанов. Ух ты. Ну, возьмем. Это у нас с другом фронту недалеко было, аккурат за АТП. Там еще деревья погуще растут. То, что надо, короче. Так вот, там недавно кабаны логово себе устроили. И получается, что до срона нам теперь не добраться. Помоги и убей кабанов. А я тебе благодарю. И за себя, и за друга. Хорошо. Вот задание. Хорошо. Вот такие вот дела, в общем, ребятки. Значит, в следующем видео мы с вами отправимся или мочить кабанов, или пойдем воровать документы у военных. Что посоветуете? Я думаю, что сначала нужно отправиться к кабанам, потому что для военных я еще не готов. Не набил руку, не набил скилл. Я думаю, с дробовиком, точнее с обрезом, в два патрона и с ПМом, я думаю, туда пока еще не рано. Пишите комментарии. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч.